Смотрите в пятницу 18.15 на телеканале «Саморадис» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите видеовизитки. Этим собакам срочно ищем своих владельцев. Они очень хотят уйти из приюта. Человек редкой профессии – ловец. Почему в 90-х боялись отловщиков собак и как их называли? И гость в студии – ветеринарный врач Центра временной передержки для домашних и бездомных собак «Зоогуберния». Тема – время прививок и обработки от клещей. И как ветврачи помогают бездомным собакам. Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Саморадис» в пятницу 14 июня в 18.15.